пусть живёшка. Лай за спиной, ты способна на всё, я заплачу твой. Ближе к солнцу не прячься, в день я заплачу твой. Найди себе супер-хиро Girls. Готовы к шоу питомцев? Да, и мы не... И будете обезьянничать? Я собиралась сказать «котённичать», но твой вариант лучше. Кто-нибудь видел Крипто? Кошка Кэтвумен Росс тоже пропала. Кто-то крадет наших питомцев. Может, они пытаются избавиться от конкурентов, чтобы выиграть призовые деньги? Нам нужно внедрить шпиона. Пёс-чемпион к вашим услугам. И если ты выиграешь, мы отловим похитителя наших питомцев. Хочешь сказать, когда я выиграю? Вместо Крипто я представляю вам редкого изумрудного пуделя. Зеленый пудель? Почему бы и нет? Конкурсанты, давайте начнем шоу! Да я выиграю в два счета! Извини, Эйс, тебе не победить человека. Победитель в номинации «Самый харизматичный питомец» — черепашка Флэша Уотсид. А главный приз получает... Я! Артемис, оставь наших питомцев в покое! Их нет! Она украла мой бэт-фургон! Он был нужен, чтобы арестовать ее! Крипто тоже у Артемис! Зачем ей наши питомцы? Чтобы она не планировала, я ее остановлю! Осторожнее, Супергёрл! Если ты это сделаешь, наши питомцы могут пострадать! Давайте просто посмотрим, что она задумала! По крайней мере, Бестбой контролирует ситуацию! Вам понравится ваш новый дом на Апокалипсе. И ваша новая работа в армии животных бабули Гуднес. Вы скоро вернетесь и победите ваших хозяев. Выше нос! Бабуля Гуднес может замучить вас своей армией животных, но она хотя бы никогда не покрасит никого в зеленый. А что плохого в зеленом? Ой. Лев! Бестбой! Пора выбираться. Лай! Ой-ой! Питомцы в порядке? Да, но Артемис везет их в Апокалипс. Она что-то говорила о злобных прислужниках бабули Гуднес. Она направляется к Бумтюбс. Я ее задержу. Ой! Разве у этой штуки нет зимних шин? Я могла бы поднять фургон, но вдруг черепашка Флэш выпадет сквозь решетку. Ты недооцениваешь этих питомцев. Как это ты выбралась? Ой, хороший кенгуру. Бросишь в меня своим луком? Ой! Наши питомцы живы! Да мы в них и не сомневались. Кажется, здесь все. Две собаки, один кенгуру, кошка, обезьяна, черепаха и одна птичка в клетке!
Итак, тренер Уайлдкэт, кто получает главный приз? Мы решили разделить награду между всеми питомцами. Они показали отличную работу в команде. Как будто это вы их тренировали. Тебе не повышу оценку по физкультуре. Думаю, я дисквалифицирован за то, что я не питомец. Бистбой получает приз как самый разносторонний участник. Молодец, Бистбой! Плачь твой.